Почтение. На улице сегодня нелетная погода, в хате я здесь немножко порядки понаводил, и можно, как говорится, немножко и потриндеть. Поговорить я хочу сегодня на такую тему. Бортовой журнал на пасеке. Что это такое, и нужен он вообще или нет? Вот об этом я и поразмышляю вслух. Итак, что же такое этот бортовой журнал? Для тех, кто не знает, скажу. Бортовые журналы есть у летчиков, есть у мореплавателей, и есть они и у пасечников. Туда все пасечники заносят особо важную, а временами даже особо секретную информацию. Какую информацию сюда можно заносить и зачем? Я сейчас вкратце расскажу. Сюда заносится вся информация по пасеке. А именно, во время плановых осмотров мы открываем и пишем. Ну, например, улей номер один. Нашел! Что-то такое-то там! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Улей номер 33. Ничего не нашел, все нормально. Ну и так далее. Еще его можно использовать как напоминалку. То есть, на какое число вы планируете какие-то там мероприятия. Еще его можно использовать, ну, например, как архив. Записывать цену на мед, на материалы и другие расходники, чтобы потом со временем сравнить. Еще сюда можно записывать сверхсекретную информацию по поводу своих зверских таких экспериментов над своими пчелами, чтоб никакие конкуренты ее не узнали. Ну а теперь мы поговорим, нужно это или не нужно в современное технологическое время. Ну и как пример, я сначала расскажу о своем старшем братушке, потом о других людях, ну и о себе, как у них это происходило. Значит, мой старший братушка, когда приобрел свои первые 5 ульев, пошел срочно в магазин и купил толстую тетрадочку и набор ручек с разноцветными пастами. И начал детально все записывать и описывать, что он видит в улье, что он делает. И вот он пишет. Первая рамочка от литка – мед. Вторая рамочка – что-то там наляпано. Четвертая рамочка – открытый расплод. Ну и так далее. Закрытый расплод, перга, в общем, вот такое все. И вот, когда к нему пришел в гости его кум, а у него больше 200 ульев, то мой брат как раз занимался тем, что он перечитывал вот эти записи. И кум его спрашивает. «Василий, это брата моего так зовут, что ты там делаешь?» Он говорит, да, бортовой журнал по пасеке читаю. А кум спрашивает, что не понял? Я пасечник в 3-м поколении, я ни о каких журналах ничего не знаю. А ну расскажи мне подетальнее. И братуха начал ему рассказывать, и кум его начал ха-ха смеяться. Долго он смеялся, а потом объяснил почему. Он сказал, представь, если я по каждому своему улью буду вести такие записи, сколько томов информации у меня соберется.
а еще сказал одну мудрую вещь. Мы пчеловоды, а не писатели. И подсказал, как упростить весь этот процесс. Ну а теперь расскажу о себе. Так как у меня есть старший братушка, а у него есть кум, у которого больше 200 ульев, то, естественно, я таких ошибок уже не делал. Так как я человек по натуре творчески разгильдяйский, то я сразу начал все упрощать и делать немножко по-своему. Первое, что я начал делать, это то, что посоветовал моему братушке его кум. Открываешь крышку улья и на внутренней стороне либо маркером, либо фломастером пишешь, какого года матка. Это главная важная информация о данной семье. Потом я начал делать какие-то коротенькие записки. Ну, например, там, такого-то числа посмотреть матку. Потом проходит 2 недели, читаю, посмотреть матку. На предмет чего ее посмотреть, куда ей посмотреть, в глаза ее симпатичные, ничего не понятно. И я начал визуализировать свою пасеку и работы на ней. Ну, например, если семья зароилась, то на крышке улья кирпич стоит вот так. Если отводки, кирпичи стоят вот так. Если отводки усилены, там с роями я разобрался, кирпичи просто лежат на крышках ульев, плашмя. Осенью, зимой, понятно, что на всех ульях лежат кирпичи, чтобы не сдуло ветром крышки. Но если кирпич лежит вот так, значит, это что-то означает. Второе, что я начал делать, это прямо на ульях ставить определенные значки. Ну, например, потянули моточники на замену. Я беру мел и рисую вот такой предмет, похожий на писюн. Заходишь на пасеку, и сразу издалека видно, в какой семье потянули моточники на замену и что с ней делать. Если я все уже сделал, все манипуляции с данной семьей, то я это или стер, или перечеркнул, на крышке улья поменял год, когда у нас поменялась матка. Вот и все. Третье. Я начал пользоваться современными технологиями. Ну, например, когда мы делаем какой-то более сложный процесс, например, выводим маток, то я сделал первый этап, поставил напоминание в телефоне, когда делать второй этап, третий и так далее. Дополнительно визуализация. Выходишь на пасеку, стоит на крышке улья зеленая бутылка. Сразу понятно, к какому улью идти и что там делать. Если нужно вести какой-то архив, для этого есть ноутбук. Если нужно узнать какую-то информацию, для этого есть интернет. Ну и так далее. А теперь главный вопрос. Так нужен ли бортовой журнал в современном мире на пасеке? Ответ на него даст каждый себе сам. Ибо есть такие пчеловоды, у которых огромные пасеки, и они не ведут фактически никаких записей, так как им этим заниматься просто некогда. А есть такие, у которых 10 ульев, и они 20 лет подряд пишут. Они знают, какая цена была на мед в 90-х годах. Если вы занимаетесь выводом маток, понятно, что нужна какая-то более серьезная классификация. Но я думаю, что там тоже есть какие-то обходные маневры. Есть программы специальные, ставишь, когда, что и почем. Вот. Но если вы начинающий пчеловод, и вам будет проще, если вы что-то записали, пишите. Но помните о том, что если вы хотите объема, то нужно все упрощать. Ибо в простом скрыта вся сложность. Вот как сказал. Ну а теперь, пока пойду я хряпну чайку с жасмином. Нарвал летом здесь на пасеке. Ой, засиделся я что-то. Жопка болит. О, все, пока.